По информации республиканского Минздрава, число подтвержденных случаев COVID-19 в Чувашии достигло 79. Выздоровевших по-прежнему двое. Под наблюдением медиков находится 1038 человек. По всей республике закрыты для посещения кладбища и религиозные объекты всех конфессий. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев ужесточил меры предосторожности после того, как в вербное воскресенье храмы заполнили толпы прихожан. Религиозные обряды и церемонии с большим количеством людей некоторое время проводиться не будут. Входить в храмы до особого распоряжения разрешается только священнослужителям. Запрещено и посещение кладбищ, кроме исключительных случаев. На погребении могут присутствовать только близкие родственники.